О, тоже хорошо. Тоже хорошо. Как там батька ваш? Разруливает, все нормально? Нормально. Держит, вот, да? Вообще держит. Нормально. Да вы можете мне говорить, что плохо, я никому не скажу. Или все-таки ничего? Ну, я бы не сказала, что плохо. Не-не-не, я нет, я вообще... Даже не представляю, как, поэтому я и задаю вопрос. Кто-то говорит, ой, кошмар, диктатор всех вешает. А если бы не было диктатора, что у нас вот было? Зарплаты полгода не было. Во. А кто не может отдать за месяц зарплату, увольняйся. И чисто, и чисто у вас говорят вообще, как нигде. Очень чисто, очень. Да. У нас такой порядок. Вот. Да, ради этого даже есть смысл. Но единственное, а красота какая, что наши дети не пошли служить в Афганистан.